Привет, друзья! С вами профессор Антошка и моя юная помощница Амина. Класс! Со мной сидит самый настоящий профессор Антошка. Привет! Привет! Ну что ж, проведем эксперимент? Да. Для тебя я подготовил опасный эксперимент. Хочешь попробовать? Да, хочу. Опасный, но в рамках разумного. Мы будем с тобой экспериментировать с огнем. Но, хочу повториться, он будет в рамках разумного и абсолютно безопасным. Для этого нам потребуется теплая вода. Бери стаканчик с теплой водой и выливай в наш контейнер. Давай. Так. Есть. После этого держи секретный реагент, жидкое мыло, и выливай небольшое количество в нашу посуду с теплой водой. Давай. Так, давай еще. Есть, хватит. Отлично. Ну что же это будет за эксперимент? Ты любишь мультики? Амин? Да, люблю. Любишь? А видела мультик про змея Горыныча? Да, видела. А что он пускает? Огонь. Огонь, совершенно верно. Итак, проведем эксперимент под названием «Пена змея Горыныча». Классно. Но для этого нам потребуется еще и газ. Пропан. Итак, возьмем баночку с газом и насытим нашу теплую воду с жидким мылом газом. У нас получаются мыльные пузыри, насыщенные газом. Возьмем жменьку наших мыльных пузырей и подпалим. 3, 2, 1. Легкое воспламенение. Итак, возьмем побольше. Круто! Хочешь попробовать? Я боюсь. Ничего страшного не будет. Давай возьмем еще газа. Добавим. Бери совсем чуть-чуть в ручку мыльных пузырей. Так, давай. Не надо, не надо, не надо. И поджигай. Вау. Круто, друзья. Не правда ли? Тебе понравилось, Амин? Вот такие вот интересные и абсолютно безопасные опыты можно проводить. Ну что ж, до новых встреч, друзья. Пока. Пока.